Мне кажется, вот на вот это можно смотреть вечно. Чистейшая волна, красивейшие берега. Дорогие друзья, 18.08.22. Мы находимся на берегу, у нас отходят уже судно от берега. Готовы вас катать на все морские прогулочки. Можете увидеть, что с утра, это у нас уже время подходит к 9. Людей на дальних пляжах видеть его довольно-таки много. Я прям, честно, удивлен, потому что машин стало как-то резко меньше, даже по пробкам это видно. Хотя сегодня четверг, вроде бы рабочий день. Вы можете увидеть, что все купаются, получают солнечные ванны. Те, кто вот переждали там волнение, сейчас кайфуют по полной программе. На дальнем пляже Витязева море чистейшее просто. Вот небольшой такой накат создает вообще настроение для удовольствия получения его от купания. Смотрим в сторону непосредственно самого Витязева, и там вы можете увидеть, что людей еще больше. У нас единственное, что плохого в том, что я сегодня вам расскажу, это очень плохой прогноз. Завтра, послезавтра обещают грозы. Были еще на воскресенье, но воскресенье прогноз убрали. Поэтому неизвестно, как будет, ребятки, мы надеемся.